люцерна, второй год жизни. В целом семена есть, но это с краю. С краю, благодаря естественным опылителям. На вид здесь, если в зачете, то здесь 300 килограмм есть, но это опять же это такой краевой эффект. И опять же здесь вот участок у нас как раз он достаточно чистый. Чистый. Дальше мы будем углубляться. Углубляемся. Но в целом здесь пока все неплохо. Все неплохо. А здесь была норма где-то 2 килограмма. Этому посеву уже 2 года. Это второй год жизни. Схема 2 через 50, то есть вот такой вот междурядье 50 сантиметров и 2 рядочка. Ну как бы стремился к тому, чтобы компенсировать. Если вдруг один выпадет, если при севе. Но на самом деле, как бы эта схема, я считаю, что она не самая лучшая. То есть можно напробовать через, не пытаться, к примеру, 2 рядка сразу оставлять. А можно их оставить там через рядок, потому что даже если будет там 70 сантиметров, если один вдруг выпадет, это не так страшно. Междурядье. Конечно, метр, даже метр получается 25, это было бы не так приятно. Здесь же уже, где люцерна у нас, наверное, погуще, позеленее, здесь уже бобов поменьше. Потому что она израстается, она себя чувствует комфортно.